Как должен выглядеть двор, решают те, кто больше всего времени проводит на улице. Дети и молодые мамы микрорайона Левобережный вместе с представителями администрации и комбината по благоустройству оценили состояние придомовой территории около многоэтажки по улице Зеленой, 20. Детской площадке уже 10 лет. Год назад ее полностью обновили. Взамен старых металлических конструкций возвели новые. Здесь была замена, частичная замена асфальтового покрытия дворовой территории и полностью замена детской площадки. Обустройство резинового покрытия, установка новых архитектурных форм, озеленение территории также. Тогда жители дома следили за открытием площадки и контролировали ход строительства. Сегодня именно их попросили оценить, что необходимо исправить спустя год. У Юлии Ахундовой 7 детей. Вопрос, где с ними проводить время, стоит остро. За состоянием игровой зоны следит пристально. Площадка очень замечательная, потому что, когда ее поставили, к нам буквально весь район сюда приходил, даже с улицы Совхозной, которая за 2 километра находится. Замечания по площадке есть, конечно, обещали устранить. То есть это замена столика на песочнике, замена качелей самих, то есть для малышей с ограждением, замена покрытия. Сегодня в микрорайоне Левобережный более 60 детских площадок. Еще 5 должны установить в этом году, работы уже ведут. Ксения Брагина, Дмитрий Бадыров, служба новостей.